вы обязаны выиграть. Сделаем. Для этого надо усилить... Тренировку? Нет. Физподготовку? Нет. Воспитание? Питание? Да нет же. О, ну что же надо усилить? Команду, тренер, сучок. Но как? Сборная. Сбору по сосенке. Голому команда. Правильно. Отберем самых дубовых. Но сначала разведка противника. Поехали. Веревочки, тренировочки. Ничего, мы им покажем. Салочки, скакалочки. А теперь поедем своих собирать. Кто здесь? Правый край. Чурбан, пушечный удар. Семья есть? Да. Знакомьтесь, жена. Матрён Павловна. Устроим тренером. По рукам. Берем. Центр-форвард Головешкин. Прекрасно работает головой. Хорошо думает? Нет. Хорошо бьет головой. Транспорт. А что, если так? Твой будет мой, а мой будет твой. Здесь нам нужен центральный защитник. Гроссмейстер Костолом. Вон он. Сейчас у него тренировка, работа с чучелом. Трехкомнатная.
вот он, Стаиросов, великий вратарь. Проверим. Ничего, мы этим умникам покажем топтальный футбол. Команда «Елки-палки» играет в следующем составе. Вратарь Стаиросов. Нападение Головешкин и Чурбан. Команда «Дружба» играет. Thank you.
голову не вешать! Играйте, как играли! Только... только вот что. Звезды-то они звезды, но узкой специальности. Край — одноножка, а центр — головастик. Значит, используйте их слабые места. Ты уводи Чурбана с его правой ногой на левый край, а ты... Продай свисток! Купи очки!